Криптовалюта Litecoin торгуется на уровне 68,3 и продолжает движение в рамках коррекции. Котировки LUT AS движутся выше верхней границы облака Ichimoku Kinkoku. Это указывает на наличие бычьей тенденции. В рамках прогноза курса Litecoin на 12 сентября 2019 года ожидается тест нижней границы облака Ichimoku Kinkoku вблизи уровня 65,75. Откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения роста актива LUT AS с целью выше уровня 75,45. Litecoin прогноз и аналитика LUT AS на 12 сентября 2019 года дополнительным сигналом в пользу роста криптовалюты Litecoin выступит тест области поддержки. Вторым сигналом станет тест нижней границы восходящего канала. Ранее был получен сигнал средней силы для покупок криптовалюты Litecoin. Сигнал сформировался за счет пересечения сигнальных линий на уровне 66,35. Ближайшая область сопротивления на графике криптовалюты располагается на уровне 72,45. Область поддержки по LUT AS располагается на. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.